Здравствуйте, меня зовут Михаил Борзенков. А я Олег Шишкин. Вы смотрите программу «Магия кино». У нас с вами разные роли. Рекомендуем мы, но в кино идете вы. В прошлом месяце в прокат вышел боевик режиссера Юрия Королева «Прямо в сердце». Раньше такое название могло бы украшать фильм о стрелах Амура. Теперь это история о горячем свинце. И в очередной раз нам предлагают полюбить наемного убийцу. Действительно, в такого трудно не влюбиться. Он молод, силен, хорош собой. Киллер Алексей – младший из трех братьев, потомственных военных, с говорящей фамилией Ронины. Старший брат погиб на боевом задании. Средний служит в МВД. А город я на кого оставлю? Не, со мной это бардак, а везня вообще. Извиняюсь, забыл, тут же все на тебе держится. Алексей оказался по ту сторону баррикад, хотя уверен, что продолжает сражаться за справедливость. Он считает, что уничтожает тех, кто смог уйти от правосудия, а на самом деле стал орудием в руках опытных манипуляторов. Старший лейтенант Ронин, вы солдат или визажист-парикмахер, мать вашу? Я тебе еще ни одного человека убить не приказал! Это нелюди! С нелюдями Алексей разбирается быстро и, главное, изящно. Здесь каждый кадр заряжен красотой и свинцом. А пули у главного героя не простые, а с гравировкой. Его оперативный позывной – Slove, Soldier of Love. Этот наемник вызывает не ужас, а сочувствие. Так задумывал режиссер. Боевик сделан в традиции европейского кинематографа. Его автор Юрий Королев окончил высшие режиссерские курсы в Гамбурге. Живет и работает на две страны. «Слов» прямо в сердце – его вторая полнометражная картина. В 2008 году он снял телефильм о Валерии Харламове. На главную роль пригласил Алексея Чадова. За время работы понял, что актер может вживаться в образ, сохраняя свой голос. Он умеет слышать режиссера, при этом действовать на собственное усмотрение. Задумав проект «Прямо в сердце», Юрий Королев начал писать сценарий сразу под двух братьев. В благодарность за оказанное доверие Чадовы к работе отнеслись ответственно. Алексей на полгода отказался от всех театральных и кинопроектов. Каждый день ходил в тренажерный зал и бегал. Андрей научился профессионально обращаться с оружием. Вот такая вот примерно, братан, мать ее. Работа. А предупреждать не пробовал, братан? Неудивительно, что Юрий Королев решился взяться за эту тему. Всегда было выгодно снимать фильмы о киллерах. Выгодно, зрелищно и поучительно. Это для кого же поучительно? Поучительно для тех, кто ищет место в этой жизни. Шутки шутками, а тенденция нездоровая. Фильм за фильмом мы наблюдаем за оправданием убийства за деньги. Между прочим, в золотую эпоху кинематографа наемники всегда выглядели тупыми и отвратительными. Вот. Такого вот, посмотрите, как его полюбить. А теперь вдруг, незаметно для зрителя, убийц вывели в главные герои. Причем в главные положительные герои. Да это и прекрасно. Искусство должно сбивать с толку. Выдавать черное за белое. В этом-то и состоит мастерство режиссера. Заставить зрителя полюбить злодея. Так в этом-то и беда, что в хороших фильмах киллеры становятся хорошими людьми. Тот же Джон Траволта рассказывал мне, как он работал над ролью в фильме «Криминальное чтиво». И что прежде всего хотел найти в своем герое что-то хорошее и принести это на экран. Тогда получается, что ради вашего искусства мы должны попрать мораль. Ну, мы этим и занимаемся с 19 века, с благословения Шарля Бодлера, который провозгласил «ужасное должно быть прекрасным». Может быть, в славные времена Бодлера этот лозунг и был актуален. А сейчас он звучит пошло. Слишком часто его поднимали на знамя художники. И вообще, я не понимаю, почему я... Добропорядочный гражданин должен ронять слезы над несчастным Леоном, который к этому моменту, между прочим, положил уже целую роту. Не надо слез, Михаил. Мой философский опыт подсказывает, что настоящий кинематографический убийца должен уметь вовремя исчезнуть, как это делает герой фильма «Прямо в сердце». У нас в гостях режиссер фильма Юрий Королев и актер Андрей Чадов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с интересом смотрел вашу картину. Хотя, наверное, я сказал бы, что все-таки эта картина нереалистическая, конечно. Абсолютно нет. Там даже форма не настоящая. Я специально сделал, заказал форму, она несколько отличается и цветом, и формой, и фасоном.
И даже ордена так не носятся. Там много моментов с самого начала фильма, где я заигрывал зрителям, давая понять, что это не реальная жизнь, это настоящая. Это... А зачем? Жанр такой. Ведь вроде бы вы в этом фильме поднимаете насущную тему оборотней в погонах. И вдруг, значит, переносите ее в какое-то эфемерное пространство. А вы знаете, я не ставил себе целью борьба с оборотнями или что-то. Это просто экшен. Вот то есть главное, чтобы стреляли. Да. За это спасибо, меня укачало два раза. Но тем не менее, в этом экшене прослеживается некий моральный посыл. И он считывается в фильме очень четко. Вы более-менее обозначаете реалии нашей страны. Может быть, даже реалии мира, я не знаю. Ответ в фильме очевиден. Давайте возьмемся за винтовку, начнем всех стрелять. Под это дело срубим бабла и улетим на собственном самолете. Нет, вот поэтому здесь не должно быть серьезного, правильно? То есть если серьезно, это уже будет призыв. А это некое пространство, оно даже по восприятию, если обратили внимание, там монтаж человека, который много сидит за компьютером. Когда сидишь, быстро-быстро, все должно быть быстро-быстро, считывание. Вот это считывание есть и прослеживается в монтаже. Но тем не менее, главный спор по поводу этого фильма у нас с Олегом возник вокруг морали. Все-таки... Есть оправдание убийства за деньги. Это совершенно очевидно. Главные герои оба стреляют там, где можно было бы сказать «привет, до свидания». Так это же не серьезно. Они не просто стреляют, они молотят. Вам тогда нужно было в начале фильма написать: «Ребята, это не серьезно, я шучу». Так я сразу заявлял, там очень много деталей, которые дают зрителю понять, что все нормально. И вот у меня в связи с этим как раз вопрос к Андрею. Вот эта вот позиция «чуть что стреляем», она как раз выражена в вашем персонаже. Вы чувствуете это? Андрей Авеля играет в данном случае. Он жертву-то принес. По-моему, это очень забавная роль. И я поэтому согласился, потому что мне очень понравилась она, что она его ломает. То он серьезный, то он шутит. То серьезно, то шутит. Колбасит. Качели такие, они очень мне понравились. Вот актерский. Это же все-таки какая-то такая особая экспрессивная эстетика, которая тут присутствует. Легко ли было свинцом фаршировать человеческие тела? Вот кайфно было. Юра давал полную свободу актерам в рамках этой роли, которую каждый играет. Полная свобода. Мы шутили. В общем, такая атмосфера была очень здоровская. Смотрите, вот какая история. Несерьезно, как получилось в итоге. И ваш фильм прекрасно вписывается в тренд последних 10, а то и 20 лет, который характерен для всего мирового кино. Это создание образа киллера, убийцы, наемного убийцы, которого зрителя заставляют полюбить. То есть это какой-то глубоко приятный, ранимый, интересный персонаж, который становится главным героем. Каким образом вы оказались в этой тенденции? Вы тоже считаете, что киллер — это образец для поведения современного человека? Ну, в кино — да, а так, конечно, нет. Не кажется вам, что это аморально? Так серьезно нельзя. И если бы серьезно я поставил вопрос в кино, то это было бы аморально. Давайте резче поставим вопрос. Не кажется ли вам, Юрий, что зло все-таки победило? И мы сегодня находимся на углях вот того доброго мира, который был там у нас лет 10-20 назад. Многое сейчас в мире есть этого зла. Это что не победило? Оно никуда не ушло, наверное. Ну, оно действительно победило и сидит на деньгах в своем собственном самолете в последних кадрах вашего фильма. А герой Андрея, он как бы убийца-неудачник. Его повязали, потому что он стрелял не так много людей. Вы чувствуете в этом вашем персонаже вот эту вот бессмысленность убийства? Да? Вы как-то это... Нет, он борец. Никакой бессмысленности нет. Он, по-моему, борец. Он борется за правду. Вот у него была фраза я не могу ее повторить сейчас, но очень была хорошая фраза. Центральная в фильме, когда он взял ствол, передернул и сказал: «Мочить будем этих, пока не очухаются». А мне даже кажется, что он борец не только со злом, но и с человеческими телами, что в нем вот живет это как бы такое неприятие, вообще мизантропия, которая разлета в воздухе. Я хочу указать вам на... Я даже об этом не думал, когда играл. Важное отличие этого фильма о киллерах от фильмов, скажем, с тем же Брюсом Уиллисом, или фильмов, в которых главный герой начинает убивать людей направо и налево, которые принято снимать в Голливуде. Как правило, там всегда есть моральное оправдание этих действий. У вашего героя нет никакой такой истории? Просто выходит и начинает всех стрелять. Внимательно вы просто смотрели. Они приходят в начале фильма в ресторан, он рассказывает про хозяина этого ресторана. Что он плохой, что он злодей, что его нужно повязать, все-все. Вот это и есть основание, вот это и есть самая главная причина, почему он так, как вы говорите, пули пускает там всех. Вот для него что? Что в стране коррупция, что в стране нету справедливости, что этот человек, его повязали, он его повязал,
Его арестовали и тут же отпустили. Это его задевает. Вот оно, мое оправдание этой роли. Но это оправдание, мне кажется, оно оказывается недостаточно сильным. Может быть, оно не прописано достаточно в режиссерском сценарии, в персонаже. Потому что человек только потому, что он не может выполнить свою работу, а работа его заключается в том, чтобы соблюдать закон, начинает нарушать закон. Не потому, что он сошел с ума от горя. Элемент сказки, конечно, присутствует, но при этом есть чуть-чуть реальность, конечно. И вы точно понимаете, что так не бывает, правильно? Потому что каждый факт, ой, так не может быть, так не может быть. В ресторан мексиканский, откуда мексиканцы в Питере, да? Как они могут быть мафией? Мексиканцев это уже взгляд западного человека. Я вам скажу, к сожалению, вам удалось снять гораздо более реалистичное и правдоподобное кино, чем вы думаете. Ну, я не хотел. Андрей, а какое у вас было первое впечатление после прочтения сценария, вот когда вы получили это предложение? Дело в том, что я под них писал сразу же. Мы общались на Да, и на уровне синопсиса очень было интересно. Конечно, как всегда, что-то на выходе получается не так, как в сценарии, как было задумано, как мы общались до съемок. Как дела? Нормально. Уволился с работы. Как обычно, в общем. А чё так? Да как-то так накатило. Дон Педро, помнишь вчерашнего? Отпустили этого говнюка. Все-таки вот эстетика такого фильма, эстетика фильма экшена, в котором действие всегда, так сказать, закручено и связано со стрельбой жесткой. Вот насколько оно требует психологической отдачи от актера? Возникает тут какая-нибудь внутренняя коллизия, борьба, или тут сразу все ясно, нет никаких проблем? Как нет? Конечно, есть. Драматургию никто не отменял. Оправдание поступков героя никто не отменял. А ваша роль в фильме «Живой», который тоже трудно назвать реалистичным, в принципе, она, конечно, гораздо глубже, она потрясает по-настоящему. Вообще не надо сравнивать, потому что там такая тема глубокая. И для меня это была реально очень тяжелая роль в то время. Она мне тяжело очень далась. И легко, и тяжело, потому что это нужно было все через себя пропускать по-настоящему. Ну вот это и сработало. Это, конечно. Но там и ставка была на это. Ну, а здесь... Этого не получилось, это не задумывалось. Нет, почему? Здесь это не было не нужно? Здесь собирательный образ, легкий такой. Ну что это, комикс? Комикс? Ну, комикс, может быть, да, но это нереально какая-то документальная история. Снималась там и с режиссером мы сидели и думали, как же, какие же ходы, куда же, почему так это сделать, все, что же делать. Он не думает, сразу стрелять, видит неправду. Но одного пощадили мы. А почему, в конце концов, вы не застрелили главных героев? В сценарии было написано, что он взрывается, он погибает. Тогда надо сказать прямым текстом, Юрий. Мы сделали гуманистическую картину. Ну, вы знаете, зритель сам для себя решит, как что он найдет, там, что ему понравится. Все воспринимают по-разному. Вот была фокус-группа, и один студент высказал вообще такую интересную вещь, которую я вообще не закладывал ни в сценарий, ни в режиссуры, и тем более Андрей это никак не закладывал. Он сказал, мне очень понравилось, что самоотверженно Сергей, то есть герой Андрея, сдался властям для того, чтобы спасти Алексея. Вот это неожиданно. Ну, очень неожиданно. Ну а все-таки, вот как работалось братьям на площадке? У вас ведь был когда-то опыт в фильме «Живой», да? И вот сейчас новая встреча, значит, на съемочной площадке. Здесь какое-то уже партнерство на уровне, даже мне сложно объяснить. Потому что есть уже какая-то между нами, ну, естественно, потому что мы братья, какая-то химия, которая, мне кажется, невозможно добиться от другого любого партнера, который ты, ну, артист там, в общем, связан с этим. Поэтому это всегда кайф, это всегда удовольствие, это всегда очень удобно, как партнеру, мы всегда помогаем друг другу. И мне кажется, что в кадре это чувствуется. Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что это чувствуется, как что чувствовалось и вживую. Ну и что дальше думаешь? Не знаю. Котов, он же полкан ВД. И сколько там еще? Знаешь, чем это грозит? Это гроб с музыкой в лучшем случае. Ну что же, господа, спасибо вам за эту юмористическую постановку. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо. Это будет фильм о режиссере-ублюдке, который использует людей, мучает их, а потом выбрасывает. В общем, фильм обо мне. Так говорил Орсон Уэллс. Что-то я не понимаю, о каком фильме идет речь. Еще бы, вы ведь этого фильма не видели. И никто не видел. Это неоконченная картина Орсона Уэллса, последний его фильм, который называется «Обратная сторона ветра».
А какое отношение этот фильм имеет к нашему блоку новостей? Новость, Олег, состоит в том, что после кровопролитных и долгих боев за права на этот фильм, его наконец-то покажут зрителям. В каком году был снят этот фильм? В 72-м. А теперь свежие новости.